Здравствуйте, товарищи! Новости Ленинграда. 30 мая и 1 июня прошли акции против развала образования. Мероприятия прошли в рамках общероссийской акции пикетирования. Митинг 1 июня на площади Ленина собрал до 100 человек. Студентов вузов Санкт-Петербурга и активистов левых и общественных организаций. 31 мая в Некрасовском саду Коммунистическая партия Российской Федерации совместно с активистами движения «Русский лад» провела митинг в защиту детей России под лозунгом «Защитим детей, спасем Россию». Цель акции – остановить продвижение ювенальной юстиции. Резолюция передана в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. 25 мая в магазине «Все свободны» состоялась лекция по теме «Консенсус. Неавторитарная практика принятия решений». Организатор мероприятия – автономное действие. В ходе лекции были написаны письма политическим заключенным, участникам болотного дела. 6 июня состоится дискуссия по работе Георгия Плеханова «Анархизм и социализм». Для желающих принять участие сбор у метро Чкаловская, 18:30. 1 июня в городе прошла стационарная акция по раздельному сбору мусора, организованная экологическим движением «Раздельный сбор». Следующая акция состоится 8 июня. Посмотреть места и расписание стоянок машин можно по адресу, который вы видите ниже. Спасибо за внимание!